Здравствуйте, уважаемые слушатели и гости канала «Эзотерика для тебя». Друзья, в приближении величайшего праздника 9 мая, Дня Победы, мы хотим вас предупредить о некоторых вещах. Поэтому обязательно досмотрите это видео до конца, и вы поймете, что есть некоторые моменты и некоторые советы, которые нужно соблюдать не только 9 мая, но и в другие дни, когда вы находитесь у памятников. Мы хотим сказать вам о памятниках, о обелисках, о стелах, которые находятся везде. И это говорит о нашей истории, это говорит о памяти, о том, что мы помнили то, что было. Так вот, пожалуйста, запомните, запишите себе, расскажите обязательно друзьям. Фотографироваться возле памятников, обелисков, стел категорически запрещено. Вы спросите, почему запрещено? Это же как бы создавали люди, да? То есть это не то же, что что-то такое сверхъестественное. Мы вам объясняем, так как это программа порчи на смерть. Дело все в том, что именно вот в этих местах, это места, где есть памятники, всевозможные обелиски, стелы, вы, наверное, обращали внимание, идет перечисление пофамильное всех умерших людей. То есть здесь, вот именно в этих местах создается поле мертвых. И мы волей или неволей проникаем в эту энергетическую оболочку. И вследствие этого появляется порча. Поэтому, пожалуйста, вот в этих местах, 9 мая сейчас будет у нас, не фотографируйтесь. Да, сейчас будет бессмертный полк, хотя в этом году вот он будет онлайн, это как бы интересно, достаточно интересный опыт, наверное, у нас всех. Но в любом случае, пожалуйста, вот в этих местах не фотографируйтесь. Но все же, если вы любите фотографироваться возле этих мест, или, как вариант, у вас связана эта работа с этим, и вы никак не можете игнорировать, то поставьте себе такую установку. Слова следующие. Я прозрачен или я прозрачна для всех негативных ситуаций и энергий. И повторяйте это как можно больше раз. Кроме того, хотим вам сказать и о следующем, а касательно того, что, ну, то есть мы сейчас сказали о 9 мая, потому что мы все равно будем идти к этим памятникам, будем вспоминать, будем цветы, да, будем поздравлять ветеранов войны, их, возможно, мы будем фотографироваться, кто-то любит вот сфотографироваться, поставить в социальных сетях, показать, что он там или там был. Но есть еще один момент, когда мы также вот эти памятники фотографируем. Это когда мы все с вами путешественники и любим, увлекаемся фотографировать. Ну и также это у нас любит, какая-то вот такая традиция пошла с советского времени, Советского Союза. Это во время свадьбы выделяется время после ЗАГСа, и всей как бы молодая пара уже со свидетелями, возможно, с гостями едут по главным местам города и начинают фотографироваться у того памятника, обелиска и так далее. И теперь вы понимаете, что вот в этих местах не нужно фотографироваться. Хотите сфотографироваться, сфотографируйте у живого дерева, например, или сфотографируйтесь так, чтобы вам это запомнилось, но это не было связано с миром мертвых. Это очень важно. Пожалуйста, запомните это и на будущее используйте эту информацию, потому что многие, к сожалению, не знают, не понимают об этом. Но, знаете, мы все пришли из Советского Союза, где кто считал, что ни психология, ни эзотерика, ни магия, этого не существует, Бога тоже нет, Пасхи тоже нет. Мы ничего не говорим, что это плохо или хорошо, да, но в любом случае, то есть у нас был другой менталитет, другая культура. И благо, что сейчас многие вещи возвращаются в этот мир, мы озвучиваем, другие люди озвучивают, и это очень здорово, что мы меняемся, мы начинаем осмысливать, мы начинаем думать, потому что, вот смотрите, вот вы сейчас, вот кто-то у нас уже давно с нами, а кто-то только пришел сегодня на наш канал. Вы знаете, вы не просто так пришли на этот канал, ваши ангелы-хранители, ваши святые, ваша, будем говорить, вселенная вас направила
отправили сюда именно в это время, в это место, и не просто так. Для того, чтобы вы подчеркнули какую-то информацию. Возможно, вы не только вот вы заинтересовались какой-то определенной информацией, но вы также узнали у тех, у тех, у тех. И после этого вы, знаете, вот сделали все за и все против той или иной ситуации. Сами для себя приняли решение. Но в любом случае, 9 мая мы все поздравляем, ходим, но, пожалуйста, вот этих памятников, обелисков, стел не фотографируйтесь, пожалуйста. Ну, а мы все, конечно же, поздравляем с наступающим праздником. Друзья, всем чистого и мирного неба над головой. И мы надеемся, эта информация была для вас полезная. С вами был, как всегда, канал «Эзотерика для тебя». Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео, обязательно смотрите другие видео на канале. Мы с вами прощаемся, будьте нам здоровы и услышимся уже в следующем видео. Пока-пока!